Может быть, я закончу, знаете, чем? Вот этим вот. Вот, наверное. Я готовил отдельный рассказ. Смотрите. Семейная мастерская Северина. Эти семья не скрывает, что это мои ученики, что самое ценное это с моего сада. Вот. Давайте попробуем. Вот. Понимаете, начинали-то с нуля. А сколько это? Юля, сколько лет прошло? Или Наташа? Сколько лет прошло? Наташа это мама, Юля это дочка. Может, всего 10. Ну, давайте. Господи, красота какая. Ага, дальше не идет. Ладно, давайте тогда мы по-другому будем. Вот, по-другому. Сейчас я вернусь, где мы были. Вот тут мы были. Ага. Смотрим дальше. Ну, корзину мы пока не будем. Вот. Вот уже мастер-класс по плетению корзин. Здорово. А ничего не бывает. Вы думаете, что я пренебрежением, а у корзины это не садоводство? Да нет, ребята, вы подумайте, корзины яблоки будете собирать. Вот. Это я всех, кто занимается рукоделием, для меня это волшебники, почти святые люди. Пора написать про долгожданные абрикосы. Почему долгожданный эксперимент длиной в годы? А, знаете, где найду? Гораздо удобнее. Я же просто-напросто не успел до сюда дойти. Сейчас. Вот она. Пришла пора про абрикосы. Почему? Эксперимент длиной в годы. Начался с прочтения книги Железова. Как перехитрить климат? А эта книга имеет два автора, Железова и Курдюмова. И поездка к нему в сад на семинар «Северное садоводство». Учтите, они из Омска. Это Омск, это Кондовая Сибирь. Когда видишь чудеса, сотворенные людьми с горящими глазами, понимаешь, что если одному человеку удалось, значит, есть шанс сотворить подобное. Мотивация зашкаливает. В далеком 13-м году выращивание абрикосов было чудом. Ага. Так это все 9 лет и прошло. 9-10. Железов в течение нескольких дней разложил все по полочкам. Научил прививать, снабдил посадочным материалом, задал вектор дальнейшего движения. Познакомился со своими друзьями, такими же увлеченными селекционерами. И с 14-го года началось. Семечки, косточки, черенки, яблони, груши, вишни, абрикосы. Экспериментов проведено много, к сожалению, не все. Не все. Ну, там, видимо, ниже будет. Так, Наталья, привет. Красота какая. Ну, вы начали с манджурцев. А манджурцы, они, ну, я вам скажу, они во многих отношениях. Вы знаете, есть такое понятие, чем дичее. Но это не дикари, они уже давно крутились. Но чем попроще, тем у них больше питательных веществ. Вот эти манджурцы, что вы видите, их заменить-то ничем нельзя. Ну ладно, не отвлекаюсь. Ой-ой-ой. Ну что ты будешь делать? А, когда я был в Москве, когда мы с Байкалом выставили свои эти абрикосы на всеобщее обозрение, на выставке, там было очень много вишен, огромные грозди и черешин огромные грозди. Ну время-то было конец июля. А абрикосы привезли я и Байкалов, да. И никто из этих самых не подошел, не задал ни одного вопроса. А ученых было 200. Это кажется невероятным. А теперь только до меня дошло. А они решили, что мы на рынке купили. Вот иначе быть не может. Сейчас я все время потрачу несколько минут. Итак, один из крупнейших питомниководов, Немытов мне рассказывал, умнейший мужик, очень много знает, так сказать, как в наших кругах человек совершенно свой. Вот. Узнал эту историю от него, крупнейший питомниковод, но не буду фамилию называть, может, не имею морального права. Он уже на том свете, Царство Небесное, участвовал на ВДНХ выставке, привез туда, в том числе, абрикосы. Подходит вальяжный крупный руководитель России, один из руководителей России, посмотрел, хмыкнул, сказал, что абрикосики к веткам
веревочками привязан и пошел дальше. Вот, чем нанес огромную моральную травму человеку, который посвятил жизнь созданию вот этих же самых садов. Вот так вот, ребята. И вот когда я смотрю на это, думаю, да, когда я в Москве на международной выставке, так, кто смотрел на мои, на байкаловские эти, вот такие же, только покрасивее еще и крупнее. Вот абрикосы подумал, да, это вранье. Вот, со всей страны, включая несколько стран СНГ, вот, 200 ученых не привезли ни одного плода. А время-то было как раз. То есть у нас они еще зеленоватые, я срывал. Ну, куда деваться. Такие полузеленые. А у них-то в Европе-то. И в Беларуси, в Украине. Они-то уже должны были спелые, переспелые. Ни одного абрикоса не привезли. А наши сибирских не заинтересовали. Обидно было, страшно. А я горжусь вот такими, как Наташа, как Юля. Вот. Это их фотографии. А уже вот как у меня. Это уже за мной повторяет. Я еще раз говорю. В нашей стране нужно создать огромную, огромную, ну, назовем это, картотеку того, что мы уже достигли. Потому что в наших садах этого нет, у них свой путь. Вот. И мы разошлись. А пренебрегать этим любить садоводством нельзя. Поняли?